А ну-ка, налегай, да не жалей сил. Федор Петрович требует выработку увеличить. Мало сахара, говорит, даем. Туды его, пускай бы сам попробовал. Тут. А ну, разговорчики, Ефрем, тащи мешки, сахар просыпать. Сегодня обычному путешественнику ни за что не догадаться, какая жизнь кипела в этих стенах. Разве что эти голоса из прошлого выдают тайну, пока величественные руины молчат. А может, они просто сладко спят? Село Новое Таволжанка, Шебекинский район. Вот чем живет сегодня? Школа, детсад, дом культуры, пяток небольших производств до магазинов с пару десятков. Так бы не знала страна об обычном провинциальном селе, кабы не сахар. В начале 19 века сахар на столе – признак достатка и благополучия. Больше всего их многоуважаемое купечество жалует лумп – неочищенный сахарок желтоватого оттенка и полурафинат. А что? Можем себе позволить. Стоила заморская тростниковая сладость 3 рубля за 1 фунт. Это при том, что целую курицу можно было купить за 5 копеек, бутылку шампанского за 1,5 рубля, а фунт наивкуснейшей говядинки стоил 2 копейки. Однако ж на заре 19 века складывается унизительная ситуация. Колониальные страны поставили Российскую империю на колени, на сахар. Покупка заграничного тростникового лакомства обходится казне слишком дорого, но и соскочить с этой сладкой иглы государство не может. Откуда еще брать сахар, если не из тростника? Через привоз всех сих товаров по иностранной торговле выигрывают другие нации. Единственный способ избавиться от корыстолюбия иностранных народов является организация производства сахара из домашних произведений. Это что это получается? Сахар из отечественного сырья? А что, правильно, хватит кормить за границу. Тогда и появляются по всей России сахарные заводы. На современный манер политика импортозамещения сыграла на руку русскому купечеству. Сахар научились добывать из свеклы, а значит, альтернатива заморскому тростнику найдена. Середина 19 века. Надворный советник Стефан Григорьевич Жуковский строит на берегу реки Северский Донец сахарный завод. Поначалу дела идут прекрасно, но потом что-то не заладилось. Производство пришло в упадок. Вот тут-то и появляется в Таволжанке семейство Боткиных. Потомственные купцы, столичные предприниматели. Возглавляет династию Петр Кононович Боткин. Поднялись Боткины на чае. Петр Кононович человеком был уважаемым. Купец первой гильдии, почетный гражданин Москвы и коммерсант приличный. Чай закупал прямо в Китае. Представительство фирмы открыл в Лондоне и на Цейлоне. Отпрысков своих многочисленных наследством обеспечил и... помер. В 1853 год. Из 4 сыновей, кому Боткин поручил продолжать семейное дело, тягу к предпринимательству унаследовал Петр. Он все так же остается верен чаю, но спустя 19 лет решает, что неплохо бы к чаю сахару. В конце 19 века Петр Петрович Боткин покупает в Новой Таволжанке у Жуковского сахарный завод. Вернее, все, что от него осталось. Вкладывает в ремонт и модернизацию приличную по тем временам сумму 60 тысяч рублей, разбирает завод по кирпичику и строит заново. Так, как его купечеству угодно.
По тем временам это был прорыв. Впервые в свекловичной промышленности России на заводе появилось электричество. Да что там завод? Лампочки загорелись в квартирах служащих, в больнице и экономии. Даже водопровод имелся. Для неженатых работников Боткин построил казарму на 160 коек. Ну, это только звучит так, казенно, казарма. А на самом деле было вполне себе комфортное жилье. Спальня, столовые, имелось даже бильярдная. Рядом электротеатр, кинотеатр по-нашему. Больница бесплатная и для рабочих, и для сторонних болезных. Петр Боткин вдобавок ко всему строит в Таволжанке еще и церковно-приходскую школу. Через некоторое время она меняет название на «Заводское училище товарищества Боткиных». Но смысл остается прежним. Обучение и для детей работников завода, и для крестьянских отпрысков бесплатное. Дневной рацион рабочего сахарного завода. Мясо – полфунта. Сало – четвертая часть, пшено, хлеб, квашеная капустка и огурцы. В постные дни – сельдь. Это ж как после такого обеда к станку обратно идти. Это был от начала и до конца отечественный продукт, предмет особой имперской гордости. С сырьем проблем не было. На черноземе свекла росла, словно заговоренная. Часть выращивали на своих заводских плантациях, остальное закупали у крестьян. Раскачиваться времени не было. Боткин с первой партии стал производить сахар высшего сорта. Фирма Петра Боткина «Сыновья» гремит на весь мир. Таволжанский сахар возят по всемирным выставкам. Золото в Париже, бронза в Чикаго и Антверпене. В пояснении к дипломам значится: за техническое устройство, применение новейших усовершенствований, участие русских техников с высшим образованием и за заботливое отношение к нуждам рабочих. Знал Боткин, а может и не догадывался об этом, но не все рабочие разделяли его купеческий оптимизм. За спиной поговаривали всякое. Тем более революционный 1905 был не за горами. Жизнь как у крестьян, так и у рабочих была хуже горькой редьки. 40 копеек – наивысшая плата за 14 часов рабочего дня летом и осенью. Чтобы отвлечь рабочих и крестьян от вольнодумия, управляющий ставил на праздники по несколько ведер водки. И зимой на льду Донца начинались кулачные бои между архангельцами и таволжанцами. Но грозы было уже не миновать. Революция оглушительным раскатом грома прокатилась по новой Таволжанке. Молния ударила в самый центр сельской жизни. На заводском митинге рабочий Ефим Ефремович Воликов заявил: «Довольно сосать нашу кровь! Бросай работу, братва!» Забастовка не удалась. Организаторов сослали в Сибирь. Правда, потом Боткин дал рабочим то, чего они хотели – денег. Ссыльных это уже не касалось. Хрупкий мир держался на производстве еще какое-то время, но в 1915-м семейство Боткиных решило продать Новотоволжанский сахарный завод. Петр Петрович Боткин этого уже не увидел. Умер в 1907 году. Октябрьская революция и все, что было после нее, с переменным успехом, похожее на мир, завод не пощадило. Производство то возобновляли, то останавливали. После Великой Отечественной завод снова пришлось возвращать к жизни. Восстановленный после войны завод вновь стал градообразующим предприятием. Точнее, селообразующим. Жизнь почти всех жителей Таволжанки так или иначе была связана с ним. Особенно в сезон, когда шла свекла. Через село сновали груженные автомобили, в воздухе плыл сладковатый запах. Завод работал круглые сутки. Когда сезон свеклы заканчивался, завод работал на Кубе, кубинском сырце, который везли буквально с края света. Но политика тогда была важнее бизнес-расчетов.
здесь производили до 2005-го. Потом все оборудование вывезли, остались только стены. Новотоволжанский сахарный завод будто вернулся лет на 130 назад, когда в запустении ждал своих Боткиных, поднявших его из руин. Господа, осмелимся напомнить. Выпуски программы «Места знать надо» вы всегда можете найти на сервисе YouTube. Просто введите в поиск название нашего канала «Мир Белогорья» и смотрите в свое удовольствие. До встречи!